А моя коллега Ирина Волокитина сегодня отправилась в главный музей Ямала. Ведь всего несколько дней остается до закрытия этнографической выставки «Коми-зыряне. Притяжение севера». Более 4 веков живут представители ижемской группы коми на Ямале. Но потомки переселенцев не забыли свой язык, свои корни. Выставка – одно из свидетельств тому. Ее экспонатами стали не только предметы из фондов окружного музейно-выставочного комплекса и краеведческого музея города Лабытнанги. В подготовке активно участвовали жители Салехарда. Экспонаты на выставку собирали, как говорится, всем миром. Одни хранились в фондах окружного музея, другие предоставили коллеги из города семилиственниц, третьи принесли жители Салехарда. Все эти вещи были в обиходе у коми-зырян. Вот этот старинный платок просто платком назвать трудно. Он размером с диванное покрывало. В семье северянки Светланы Копейкиной он передавался из поколения в поколение. Достался он ей от старшей сестры ее отца. Она специально ездила за ним в Ханты-Мансийский округ к своим родственникам, потому что родственники сказали, что ни нарочным, ни посылкой такую уникальную вещь они не отправят. Одежда, обувь, кухонная утварь – экспонаты, конечно, ценные и старинные, но найти подобное можно во многих музеях Ямала. Ведь коми-зыряне пришли на эту землю еще в конце 16 века и давно стали частью самобытной культуры Севера. Но есть на выставке настоящий раритет – деревянная прялка, украшенная мезенской росписью. Во всей России таких экспонатов можно по пальцам пересчитать. Она особо не видоизменялась в процессе, так скажем, глобализации, исчезновения каких-то основ. Она строится на повторе элементов, орнамента, в частности, лошадь или олень. Используется черный или красный цвет в основном. То есть вот этот вот повтор одного элемента, например, лошади, она дает образ динамичности, что предмет повторяется в таком роде. И данная прялка именно расписана вот по всем этим канонам, и цвета те же, то есть черный, красный, и орнамент лошади присутствует тот же, и вот этот вот повтор, динамика, все это сохранено. Выставка «Коми-зыряне. Притяжение севера» – часть большого выставочного проекта «Ямал многоликий». Посетители музейно-выставочного комплекса имени Шимановского уже могли познакомиться с традициями и обычаями ханты, чувашей, марийцев. Эта экспозиция – заключительный цикл, посвященный культуре финно-угорских народов. Она продлится до 15 февраля. Сотрудники главного музея Ямала приглашают всех желающих на экскурсию. И мы готовы подтвердить, за кадром осталось еще много интересного. Ирина Волокитина, Эдуард Захаров, программа «Время местное», Салехард.